Здорово-здорово, народ! Короче, вы на канале Deathlord Games, с вами, как всегда, Серега, и у меня есть новости. Короче, сегодня утром, значит, я проверяю почту, ну, как обычно, это, типа, пришел, проверил почту, там, кто-то стримил, я смотрю, кто-то еще что-то, уведомлялки всякие, ну, не суть. Проверяю почту, и вижу, вот, где, вот, так, вот, вот так вот, вот такое вот сообщение. Я вставил скрин. Типа, здравствуйте, что-то анал-мнал, говорит. Вот вам игра. Бета-ключ для Estate Agent Simulator. Вот вам ключик, вот линк, куда водить, типа, ну, на игру. И я такой... Чё-то пахнет вот такой ветерочек обмана. Но, я же не дурак по ссылочкам всяким переходить. Я скопировал ключик, вставил его в Стиме, и что вы думаете, игра реально далась, то есть, я не знаю, чё, как, почему, зачем, но, короче, мне подогнали игру. Если кто-то шарит, ребят, напишите в комментариях, что, почему, зачем. Или вот эти вот все разработчики симуляторов решили, как бы, посмотрели мои видосы, такие, надо подогнать ему ключик. Пусть поиграет. Пусть поиграет, затестит. Наверное. Но приятно, честно. Мелочь, но приятно. Игрушка стоит 2500 тенге. Это в районе 500 рублей. Где-то. Вот. Приятно, приятно. В общем, давайте посмотрим, что это такое Estate Agent Simulator. Я игру только запустил. Я еще не знаю, что там, как там будет. Но, короче, давайте мы с вами погнали. Затестим этот Estate Simulator. Я не смотрел пока ни обзоры, ничего, но, в общем, посмотрим, увидим. Опция качества высокий, разрешение у меня не такое, разрешение у меня не поддерживает монитор такого разрешения. Вот это мое разрешение. Ладно. Короче, ничего в настройках менять не буду. Если что, вот, я не играл еще, парни, не играл. Новая игра, и погнали смотреть, что это такое за Estate Simulator. Владимир! Владимир! А, тут еще... Тут, посмотри, подожди, тут характеристики еще идут. Ну, я как бы Сергей, но мне что-то не нравится удача и торговля. У Владимира удача и торговля лучше. Ну, давайте, хорошо. Сергей, я тоже Сергей, как бы. Выберите жену. А мне вот это нравится. Мне Мария нравится. Пусть будет Мария. Вы можете зарабатывать деньги, играя в казино. Вы можете пойти в автосалон, купить и продать автомобиль. Короче, спустим все бабки в казино и выгонит нас Марина из дома. Подожди, я же не тебя выбирал. Откройте чемодан, возьмите деньги. Ничего. А зачем мне вообще что-то делать? У меня уже 39 тысяч долларов. Все, мне ничего не нужно. Че его шатает так? Ладно. Tab открыть, закрыть инвентарь. M, чтобы открыть. Наш дом сдается в аренду. Наш дом не сдается в аренду, требуется риэлтор. Прикольно, слушайте, а мне пока нравится. О, тут еще и навыки есть. Отправляйтесь на... Марина, ты как-то на картиночке была красивее. Марина, мне нужен развод. Ужас. Фу. Вам от багре... Дайте пострелять. Не дают.
Казино, магазин лошадей, Хотинг Хилл, Шордич. Так, а мне куда надо? А погнали в Шордич. Погнали в Шордич, тут вот можно хату взять. Тем более 5 баксов стоит билет, самый дешевый. Находить дома. Найдите в городе дома, которые ищет агент по недвижимости. Поговорите с владельцами, получите право сдавать их в аренду до месяца. Некоторые дома выставлены на продажу. Вот здесь вот вроде дом сдается. Да, в этом дом сдается в аренду. А мне не хватает денег. Давай 38 тысяч. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай ровно 38 тысяч. А чё, а где? Вот, ну я вот, смотри, ввел 38 тысяч. Escape нажать надо было. 38 тысяч. Подожди, а как мне цену подтвердить? А, во, интер просто нажать. Вот она чё. Брать купленный дом, отличит арендную стоимость дома. В смысле 5000? Что значит 5000? 5000 в месяц или 5000 в день? Мне кажется, он меня обманул. Причем, мне кажется, меня люто даже не обманули. Это прям жестко наебали. А это что, тоже отмывать? Нет. Эти обои не отмываются. Значит, наверху что-то должно быть. Ой, таракашки. Так, ну все, вроде бы почистили дальше. Как сдавать? Планшет, наверное. Да, это суточная. Давай 5200 ведем. О, мы даже можем 5500 сделать. Во, 5500 нормально. Мои фотографии. Да подожди, давай фото сделаем. Раз фото сделали. Давай, короче, то что второй этаж у нас есть, сделаем фото.
Оба. И вид из окна, вид из окна. Вот этот божественный вид из окна. Вот так вот. Все, и теперь можно... сдавать дом. Дети цену 5500. Отправить в объявление. Ну, нормально. Так, вот что, я вот показал. Вы выложил объявление. Здравствуйте. Куда вы идете? Хорошо. Давай ты. Здравствуйте. Куда вы идете? Хорошо. Привет, привет. Какие последние? Только приехал, много него не знаю. Спасибо за информацию. Так, а что мне дальше делать? Ну вот, я типа выложил объявление, да? Реклама активна. Со мной как-то свяжутся или сюда придут? Пока непонятно. Пока вообще ничего не понятно. Не, это не будет делать. Хранить в гараже. Хранить свечи в кладовке в гараже. Ля какая. А я хату сдаю, не хочешь? Не хочешь пойти посмотреть? Смотри-ка, тут смотри, смотри. Ля. Извините, всего хорошего, ля. Не, серьезно, что дальше делать? То есть, как бы, вот я объявление выложил. А дальше что делать? Пока непонятно, что делать дальше. Для этого нужен талант. Для этого тоже нужен талант, понял? А чё, всё, меня как бы этот, обманули или чё? Иди домой и спи. Ну давай, пойдем домой и спать. Чё? Слышь, меня на 38 штук наебали, если чё. Ну если чё, ты в курсе будешь. Охуеть. Я еще в минус ушел. А как мне дом сдать? Я даже денег нет на... этом сгонять, на автобусе. Это моя машина, я могу на ней ездить.
Блин, физика, конечно, у автомобиля странная немножко. Подожди, это я проехал поворот. Надо развернуться и снова туда поехать. Что, сюда, может, что-то привезти надо было? Ну, прикольно, тут аварийки есть даже. Конечно. А что мне делать-то? То давай сбросим цену. Давай сбросим цену до 4500. Давай даже не 4500, давай 3500 сделаем. Что-то вообще ни хера непонятно.
Короче, немного побегав, я там увидел вроде как то, что мне нужно. На хер его знает, сработает это или не сработает. Сложно. Вот сюда мне нужно. Вроде как это мне нужно поехать в наш офис. И в офис должен прийти ко мне кто-то и составить договор аренды. Да, вот. А почему это в обучении не сказали? Алло. Алло. Почему мне сразу не сказали? Я же просто посмотрел. 4500. Давай, нет. 4500 это дорого, дешево. 5550. 5500. Вот так вот. Отправить объявление. Вот. Оказывается. Нужно было приехать вот сюда. И вот тут наш дом, вот это наш офис. Ха-ха! Ой, ё-моё. Вот, только сейчас обучение идет. Рекламируйте дома на планшете, собирайте арендную плату, общайтесь с клиентами, которые проходят в миниатюру и снимают дома. Здравствуйте, добро пожаловать, чем могу помочь? На 5 дней. Давай, бери, брат. Ура! Ура! Завтра будут бабки у нас. На 5 дней. 5 дней это 25 тысяч. Плюс-минус, там еще с копеечками. Слушайте, вообще разница есть. Бабки отжал. Косарь баксов есть. Что еще тут можно сделать? Что тут вообще на карте есть? Магазин лошадей, казино. Ладно, пошли спать, короче. Пошли спать, потом посмотрим. Вот так вот припарковался. Все, пошли спать. Подожди, а я этим гаражом могу управлять? Да, прикольно. Нормально. Нормально, вот сейчас нормально было. Сейчас было хорошо. Аукцион открыт. Мать, дай пройду. Да приду на аукцион еду. Что там с планшетом? Информация о доме. Количество неоплаченных арендных платежей 1. Еще сгоняем, заберем бабки у него сейчас. Короче, сейчас сгоняем, заберем у него бабки и поедем на аукцион. На нахер. Нормально. Нормально. А теперь погнали на аукцион. Аукцион у нас вот тут.
нормально. Протиснулись, нормально. Тут еще азот, кстати, вроде как есть. Давайте затестим. Прикольно. Я тут припаркуюсь, нормально будет. Билетерша? Это же мужик же. Почему билетерша? Да хорош, больше не нужно увеличивать. Хорош, у меня деньги-то кончатся. Все, хорош, больше не надо увеличивать. Есть контакт. Давай еще один заберем. Ой, не, это я не смогу. Это следующее я смогу забрать. Во! Вот это нормально. А все, что ли? Ну окей. Дай за 3500 заберу. О, нормально. Смотри. Жигуль, бля. Не, вот это вообще шик. Вот это самая дорогая тачка здесь, да? 144 тысячи стоит. 270. А это сколько? 90. Вот самая дорогая. Вот это Жигуль. Нормально. Смотри, джип еще есть какой. А, нищенская тачка для нищебродов. Пошли контейнеры смотреть, что у нас там в контейнерах есть. Бля, вот это классная, потрясная игрушка, ребят. Кто хочет продолжение по игрушечке, обязательно, ребят, тыкайте ваш лайкусик, пишите комментарии. Но игрушечка мне понравилась, я бы хотел в нее поиграть. Базары нет. Расстановка мебели. Прошедшая с момента разрешения купленного, которое будет сдавать в аренду. Вы можете приобрести товары в Юкиху. На, нахер, шкаф упал. И вот это я купил за такие бешеные бабки, серьезно? Ладно, я потом хотя бы мебель перевезу, может подороже будет. Ну капец. А вот ноутбук это да, ноутбук это хорошо, ноутбук пошли домой отнесем. А, им пользоваться нельзя, ладно. Что там, Apple? Ну да, типа Apple. Вот чувствую, прям меня наебали на 3000. Я прям это чувствую. Дерьмище-то какое. Не, ну я надеюсь, хотя бы арендная плата за это очень сильно будет расти.
Ну все тут, я все вытащил, это что тут? О, вот это хорошо, вот это прям красиво, вот это прям замечательно. Может вот этот дом наш оборудовать так, что просто закачаешься, он там весь в белый, вот это вот. Он сейчас вот этот съедет, и мы новое запустим. Мы там мебель поставим ему. Все сделаем вообще по красоте там. Еще и смотри, стиралка будет. Это же вообще нихера себе, можно цену там залупить. Все в беленьком стиле будет. Это беленько, красивенько будет. Цветок еще посадим ему. Как-нибудь научимся ставить нормально. Шкаф белый. Все вот в белом стиле. Вообще по красоте. Вот единственное, меня напрягает, почему не сделали в обучении, что мне нужно приехать в офис. И в офисе только я смогу сдать квартиру. Я думал, мне позвонят или там стоять ждать нужно. Так, все, оба опустошил. Все, погнали. Погнали спать. Нормально. Куда ты едешь, а? Так, а навыки, навыки. Я могу что-нибудь? Да, я могу купить какой-то навык. Прикольно. Так, теперь мы можем взять кредит и взять еще один дом в аренду. Нам вообще дадут 200 тысяч? Дадут 200 тысяч или не дадут 200 тысяч? Если мне дадут 200 тысяч, о, как можно будет сейчас нормально. Купить домов, кредиты. 45 тысяч. А чё, я же взял талант. И зачем мне это? 11 тысяч, я на 11 тысяч сниму домик какой-то. А какой-нибудь домик можно снять за 11 тысяч? Ну вон, погнали, посмотрим. Вот, например, в доме какой-то на окраине стоит. А чё я? Нас там поехали. Сейчас деньги есть, поехали.
Хотя, ладно, погнали в Шордич лучше. Или так вон Таганский район или какой там. А куда я приехал вообще? Где я? А что-то меня на карте нету. Ну ладно, туда тоже можно в аренду домики брать. Слушай, ну это по-любому там 1100 будет. 66. 18531. Семь тысяч, мать, 7000 даю. Все, пойдет, не будем слишком людей заставлять нервничать, да? Через звук забагался тут. А на карте-то я где? Я что-то понять вот не могу. Я вот не вижу себя на карте. Ладно, давайте выложим объявление. Тысячу сто давай, ладно. Разбагал. Чё брал, непонятно. Возвращаемся в дом офис. Сейчас сдаем быстренько. Так, металл. На 6 дней. Мать, это нормально, что ты голая ходишь в стрингах? Ну, все, народ, в принципе, на этом будем заканчивать с вами. Первая серия у нас есть, я обязательно запишу сейчас еще несколько серий подряд и будем с вами играть в симулятор арендодателя квартир. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Кому понравилось видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, пишите ваши комментарии, лайки. Всем до скорой встречи и всем пока.
Пока-пока.